Продолжим тему викингов. Это история про небольшой набор технолога «Викинги» из серии солдатиков «Битв фэнтези». Название же внутри этой коробки — «Отряд Астрикс». Набор того времени, когда еще помимо отряда из твердого пластика в коробку клали небольшое орудие. Итак, распаковываем, что внутри. Солдатики из твердого колкового пластика, и вот удача, все цело. И как гласит надпись на коробке, что нас ждет подарок. То, что мы увидим в коробке — сборное орудие. Помимо этого, артефакт и карточку армлиста отряда. Учитывая, что коробка перед нами примерно 2017 года, то и армлист старого образца. Да-да, в 2020 году группа энтузиастов пересмотрела и переписала армлисты отрядов, тем самым сбалансировав их. И в 2022 году еще раз пересмотрела и переписала, еще раз пересбалансировав в очередной раз. И все это с одобрением директора, того самого технолога. Пора ставить ставки, когда группа энтузиастов в очередной раз соберется для очередного переписание армлистов и пересбалансирование отрядов. Вернемся к нашим, к викингам. Цвет ярко-красный. Как всегда, викинги у нас с рогами на шлемах, что не соответствует реальности, действительности. Они одеты в шкуры, но как-то легко и больше напоминают галлов. Но в этом наборе глупо придираться к исторической действительности. Не забываем, что это технолог, что серия называется «Битвы фэнтези». Да и название отряда выдает производителя в том, что поначалу он хотел произвести галлов, но, видимо, решил попробовать, как будет продаваться викинги. Будем считать, что это хитрый маркетинговый ход. Подробно на солдатиков мы посмотрим на фотографиях, а пока продолжение следует. С вами была «Бесконечная история».